Ну вот, добрый день, дорогие мои подписчики и зрители моего канала. Сегодня у меня была поездка в город Монс, в гараж, для замены небольшой запчасти. Это лампочка, которая здесь на ретровизоре, то есть на зеркале заднего вида. И замена детали, это... Я так понимаю, замена деталей ремень для того, чтобы машина набирала быстрее обороты. Я не знаю, как это называется, напишите, кто знает, в комментариях. И вот мы едем по дороге в город Турне. И я вам скажу, что я ощущаю сейчас такое вот... То, что это очень много значит для этого. Я, то есть, нажимаю на педаль газа практически чуть-чуть, и машина очень резко набирает обороты и идет уже практически 120 километров в час, буквально за считанные секунды. Поэтому не зря я съездил в гараж, и это все было по гарантии. Я просто приехал к часу, и вот сейчас, где-то я сейчас скажу, 14 часов 37 минут, я уже еду в город Турне. Ну и сниму вам немножко вот такую вот трассу, которая идет от Монса до Турне, а дальше в Лилль, Франция. И вот когда оттуда я ехал, было... небольшая пробка, большие ремонтные работы проводят от Турне до Перувеля. Вот, поэтому сейчас мы приедем и тоже попадем в небольшую пробочку, я так думаю. Это видео я просто снимаю, видео дороги. Кому интересно, пишите в своих комментариях, какие у вас дороги, что у вас нового. Сегодня у нас четверг, 22 августа 2024 года. Я снимаю на камеру GoPro 9 Black. Пишите, как идет съемка. Всем отвечу взаимно. Вот мы обгоняем. Это идет... перевозит тоже сыпучие, это везет цементовоз, тоже сыпучие грузы, вот он с правой стороны. Здесь у нас вот, я не знаю, будем проезжать, может быть, не видно будет, но здесь недалеко от Турне находится самый большой в мире, не в мире, в Европе, пардон, самый большой в Европе цементный завод. И вот котлован здесь тоже, я как-нибудь съезжу, поснимаю. Там интересно, как добывают там этот цемент, потом перерабатывают. Но там не только цемент делают, там крошки там разные, мраморные и так далее, и так далее. Ну вот, вот такие дела. Так что едем потихонечку. Сейчас вот видите, впереди меня создается небольшая пробочка, но я чувствую, дальше будет еще больше, потому что там идет сужение дороги. Вот до Перувеля осталось 1500 метров, то есть километров 500 метров. И вот уже начинается здесь скапливаться. Сейчас мы будем занимать одну полосу. Вот такие вот дела. Я доволен, что я сегодня съездил на планированную замену этих двух запчастей. И они, в общем, мне понравились, что очень дают такой хороший, как говорится, стимул. Видимо, там, я не знаю, вот напишите в комментариях еще раз, что это за, поменяли. Потому что сейчас вот это... педаль газа, то есть я раньше нажимал, ну, не только усилия прилагал, но медленно набирал скорость, а сейчас вот я вот буквально в смысле чуть-чуть касаюсь педали газа, и
машина набирает обороты просто мгновенно. Это очень хорошо. Так что вот такие вот дела. Вот сейчас я буквально там нажал немножко, и мы уже 140 километров идем сейчас. Хотя здесь надо быть осторожным. Здесь могут быть радары, и здесь у нас в Бельгии ограничение скорости максимум 120 километров в час. Вот, как я говорил, сейчас начинается у нас, вот будет такая небольшая пробка. Скапливаться будут автомобили. Значит, в одну сторону, вот через 1500 метров будет одностороннее движение, то есть вот в одну линию, как говорится, будет проходить. Вот сзади меня едет товарищ, который хочет, ну вот он уступил, и мы повернули вот так, здесь 90 километров ограничения, вот все идут направо. Вот начинается вот эта пробочка. Вот мы видим потихонечку. Ну, мы не спешим. Сегодня такой солнечный день. Температура сейчас у нас 24 градуса. Не сильно жарко совсем. Ну, 24 комфортабельно. Но выше, когда начинается 26, 28, 30, это уже очень много. Сейчас вот через 250 метров все должны. Вот это передает, что пробка. По радио нам передало сообщение. Вот идем. Идем. С правой стороны там парковка. И вот начинается, вы видите, что здесь 70 километров ограничения. Вот это вот идет в один ряд. С правой стороны это парковка. Ну, можно туда было заглянуть. Ну, а там обыкновенная парковка для отдыха. Вот здесь вот видите, сейчас мы будем идти. Нам навстречу будут идти. То есть с той стороны автотрасса полностью перекрыта. Здесь сделали вот такое движение, что вот я думаю, вы видите. Пустили здесь нам навстречу. Вот такое вот движение с той стороны идут нам. То есть по этой одной полосе мы идем в сторону туннеля. Я вам скажу, что это будет до самого туннеля вот так вот ехать потихонечку, не спеша. Так что вот такие вот дела. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем отвечу взаимно. Будем друг друга поддерживать наши каналы, повышать подписчиков, комментарии, лайки. Всем отвечу взаимно еще раз. Желаю хорошего четверга и с наступлением через пятницу выходных. Все. Пока-пока.